Итак, будет много интересного. Смотрите, вот это была грустная тема, потому что Беларуси, видимо, все-таки придется когда-то возвращаться к настоящему садоводству. Да, вот так. Александр, доброго здоровья. Хочу искренне всей души поблагодарить за прошлогодний подарок. Кстати, с ним. А в этом году сад подошел все ожидания. 2 года неудачи, а тут такое. А я еще подарок, это что, я ему дарю, что ли? Не помню. Ну, кстати, когда меня обвиняют что, в том, что это, что вы, мол, выбрасываете, то все, я говорю, я и дарю много. Смотрите, вот это быстренько. Согласитесь, что вот из этого всего получается сразу практически все в ТТТ проросли. В общем, сад обеспечен. Так, 42 штука. Дальше. Сам он пишет, результат феноменальный. Почему, я сейчас объясню. Могу прислать фотографии, видео и так далее. Присылайте его вот ради этого. Мне нужны факты, мне нужны документы в виде фотографий, в виде видео. По той простой причине, на многих сайтах ненависть выплескивается буквально. Потому что люди, а их сайты набиты смертельными приемами, перестроиться они уже не могут. Они даже умирая, допустим, я вам покажу еще такой сайт с миллионным просмотром, где учат убивать, и они будут умирать, и будут даже уверены, что когда окажутся в аду, скажут, за что? Вот, за что? Я так старался. Вот. То есть они даже не знают, что убивают. И вот получается, мне нужно вот это. Побольше, раз. Теперь, вы вдохновились, так? Смотрите. Обещал теще, что на следующий год посажу в Яшкар-Короле. Где же это Яшкар-Коло, знаю. Абрикосы пока не верят. Вот ради этого. Потому что не верят столько народу. Вот. А я уже знаю, у меня в Костроме 40 штук прижились. А это, Юра Железов, ну, надеюсь, брат родной, да, ты там на связи, да? Как ты мне рассказал, там тоже это, соседу отдал часть косточек, что я тебе подарил. У соседа уже абрикосы есть, а ты еще без абрикос сидишь. Но это нормально. Я замечал, ребята, вот насчет того, что дарить друг другу. Все, что я дарил, все лучше намного приживается, лучше намного плодоносит, чем у меня же самого. Хотя сад неплох. Итак, ну дальше. А главное, окрепла уверенность в своих силах, родня перестала смеяться. Ну, наконец-то. Вот. Ждут продолжения. Теперь смотрите. Он, вот это у него пошло. Ну, казалось бы, 42 штуки. Сад готов. Нет. Жердель Мелитополь. 10 штучек. Вот. Ну, что я вам скажу. Кончил Жердель Мелитополь. Все. Где же вы были? Так. Теперь. Серафим есть. Королевский есть. Королевский кончается. Вот он закончится. Это уже не вам всем говорю. Байлевицкий есть, но ну, уже не сказать, что много. Сыновей полно, Амурсельцев полно. И теперь смотрите, хотелось бы еще Фаину, но в каталоге нет. Что я сделал? Правильно. Я вам и Фаину 10 штук положил. Какой я буду садовод, если у меня заначки нет. И Фаину положил. Круглые плоды, эти косточки, их никогда не спутаешь ни с кем. Самые выдающиеся косточки, круглая Фаина и такие, это самое, серпом у этого, у академика и у Курдимова. Так, теперь, какой-нибудь сорт посоветуете? Что я вам посоветовал? Я посоветовал этот же Сен-Манджуса, но поздний. Почему сами не догадались? Раз. Кстати, тоже кончается. Теперь, и посоветовал вам еще эту венгерку. Мне самое интересное, что вырастет. Я никогда не выращивал венгерку, мне интересно, что вырастет. Ну и, наконец, вишня степная тоже надо. Почему нет? Потому что это на самых степных, степная вишня, это для ветра. Почему она степная? Почему она кустовидная? Догадывайтесь, земля прижималась, потом и выжила. Стала в генной памяти именно вот эта характеристика. Вот. Расти кустом, прижиматься к земле. Вот так, нет ли эту... А, во-во-во-во, последний момент нашел фотографию. Но она испорчена. Я в нее, это, черешню... В одну из, она где-то веток 5 торчала в земле, я в одну из них привил черешню. Черешня через 2 года погибла, а плоды укрупнились. Вот, еще одна испорчена. Так, а, так эти семена, вот,
Все, я вышел, я уже вышел вам курс, если вы не в курсе, Александр. Вот. Вишня степная, вот, которая вышла, испорчена. Вот. Груша уссурийская, ну, понятно, на подвое, сибирка окультурена и ранетка чаша. Значит, смотрите, что получилось. Сибирка и ранетка, оказывается, и это уже не я, я просто в голову не проверяю, оказывается, и использовали ее как это самое, как, не только как вот подвое, как декоративную культуру, и ели. Мелко вот эту, размеру с локти. Ели. Может быть, в то время других не было этих самых витаминов. Но мне кажется, сейчас, если все что-то приготовить, сухофрукты, может быть, компоты. Я не знаю. Но странно, как это когда люди говорят, в жизни не видели. Как? Это вот и добра. Ладно. Ну, в общем, понятно. Это вот он вкус во время рассвета. Вот такие годы он давал 5 сантиметров куст. Так, вот это вот, почему здесь вот эта фотография 4, это когда 4, это 200 стоит. Кто-то арифметику помнит, когда одна, то 100. Получается, лучше взять 4, получается 4 по 50. А если одна, то 100. Улавливаете, что впереди на обороте не правильно.